26-летний Тимоти в разгар пандемии улетел на Мальдивы. 24-летняя Анастасия Решетова с 5-месячным сыном осталась дома в Москве. Рэпер катается на серфе и покоряет волны океана. Молодая мама в это время заботится о маленьком Ратмире. Поклонники звездного семейства не могли не заметить такую несправедливость. Многие засыпали модель расспросами о том, что происходит. Инстадива не стала томить подписчиков в неизвестности. Она объяснила ситуацию с Тимоти в Инстаграм. Он работает там и одновременно отдыхает. Имеет право. «Я сама выбрала остаться дома с малышом», — написала Анастасия. Возлюбленную главы Black Star обвинили в попытке наживы на пандемии. Анастасия резко ответила на такие домыслы. Решетова показала фигуру в сексуальном бюстье. Обнаженную модель сравнили с Арианой Гранде.